Всем привет! Сегодня встреча вышивальщиц. Я приехала пораньше, сижу, девчонок жду. Погода хорошая, не жарко, не холодно. Самое то. Мы уже добрались до места. Девчонки готовят поляну. Слушайте, а может мы где-то сделаем, где мы можем вышивки свои разложить? Очень шикарно. Так, девчонки, показывайте. Я готова. Что навышивали? Я сегодня тоже свои принесла. В прошлый раз не приносила. Ой, это русалка. Ну выложи свои. А я хочу и эту. Ой, какая милая. Короче, хочу что-нибудь надежды на какой-нибудь. Ого! Ничего себе ковер какой. Ага. Как будто гобелен, да? Это крестик Мелко, же? Наверное, крестик, крестик, да. Просто канва такая. А я весь рулон принесла. Это весь? Остальные оформлены. Ну вот, надо еще один кулек. Все считаю. А где русалочка? А русалка под сумкой. Вот это смертельно. Она полная. Русалка на темной. Там такой мешанина на этой русалке. Там дико вот это. Вот, да? Девчонки, у нас сегодня рекордное количество участников. Да. Катя вышивает шовнистики. Она на волосах застряла. И мы вместе. Я с них начала. И они у меня за месяц. Я половину русалки вышила. И еще 3 месяца. А потом мы хотим, ну, вот, наверное, разбег взять хорошо. Нет, надо бы больше нравится. Оно поковыряться где-нибудь. Вот, пожалуйста. Ложи, чтобы не улетело. Ну, я вот так поставлю, потому что там маленькие, они летают. Оля мне ниточки принесла, я заказала. Девчонки, у Оли совместник будет проходить. Ну, по мотивам схемы Dimensions, это перенабор. Вот. И очень красивая такая нежная схема. Ну, вот цветовую палитру вот здесь вот на ниточках, видите? Начинаем 15 августа, так что время подготовиться есть. Все материалы выложены в группе ВКонтакте и в Одноклассниках. Кому где удобно, будем проводить там. Так что приходите, присоединяйтесь. Девчонки, я под видео ссылочку оставлю на магазин «Радуга вышивки», где я покупаю вот нарезку ниток, тканюшки, равномерку. И на группу ВКонтакте, где будет проходить совместник. Там вы сможете посмотреть, какой именно набор будут девчонки вышивать. Я не знаю, буду ли я участвовать в совместнике, но мне очень понравился сюжет, и я решила тоже его вышивать. Ну что, девчонки, давайте познакомимся, а то много новеньких. Да, у нас новенькие. Сегодня у нас такая большая компания собралась. Я Ольга, хозяйка магазина «Радуга вышивки». Так. Со многими знакома лично или где-то в переписках. Вот так что сейчас будем тоже знакомиться. Даша. Я Даша. Не хозяйка магазина, просто вышивальщица. Но я на игле. Да, но я на игле. Конкретно. Ну что, вот и все. Я Саша. Подсадили, честно, с последней встречи плотно сижу. Всем привет, я Наталья. Ну, меня знаете, Craft Home. Да, мы были у нас в студии как-то по зиме. Вот теперь встречаемся здесь на летней полянке. Наташа для нас мастер-класс готовила. У меня есть видео. Да, ссылочку оставлю в конце. Вы сможете посмотреть рекомендованные видео, где Наташа для нас делала мастер-класс.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. На игле сижу тоже неплохо уже, да. И очень нравится. Конкретно. Да, и всем рекомендую. По-моему, YouTube меня забанит, скажет. Здравствуйте, меня зовут Галина. Я здесь первый раз. Меня Ольга пригласила. Я вышиваю понемножку, но, в общем-то, у меня больше вышивает моя дочь. Вы сейчас с ней познакомитесь. Вот, я считаю, что она прям супер вышивает. А я так, чуть-чуть. Здравствуйте. Меня зовут Марина, собственно, дочка предыдущего оратора. Да, я вышиваю. Вот хотела попасть на такую встречу. Моя мечта благодаря маме осуществилась. Откуда вы, Марина? Из Москвы. Из Москвы? Да. Вот. Сейчас обращаюсь к заводной шипокляк. Это моя подписчица, которая очень хочет с нами встретиться и не приехала на встречу. Так что шипокляк, тебе выговор. Вот надо было да, вместе билет брать на самолет и прилетать. Здравствуйте, меня зовут Наташа. Я первый раз на вашей встрече. Мне очень приятно здесь быть. Давайте будем чаще встречаться. И почаще. Тоже на игле очень давно сижу. Здравствуйте, компот, Саша, да? Поклонница чужих вышивок, хозяйка багетной мастерской 2Art. Как бы. Под видео оставлю ссылочку, да, на мастерскую. Чудно. Очень красивые работы, я уже показывала. Спасибо. Когда мы были в гостях у Оли в магазине, и как раз я показывала работы. У нас багетная мастерская такая. Здравствуйте, есть. Ксения зовут, рукодельница, ну, в том числе и на игле. Тоже сижу немножечко, в основном зимой, правда, жарко. Добрый вечер, меня зовут Оксана. 2 года назад я начала вышивать. Подарила первый набор мне моя клиентка. Ну и все. С тех пор, как обезьянка в работе по 2-3 работы у меня. Очень-очень нравится. И спасибо огромное, что... Я не знала, что у нас в Оренбурге собираются. Я очень рада, что я случайно вообще обнаружила эту группу в Одноклассниках. Поэтому, да, спасибо огромное. И очень хочется советов каких-то услышать, потому что только начала, получается. Спасибо. Здравствуйте, я Екатерина. Вышиваю давно, но, как сказать, не очень быстро. Вот. На встречу второй раз. Очень рада со всеми познакомиться. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Ну, я могу себя назвать любителем, явно не профессионал. Начала вышивать давно, в декретном отпуске, благодаря моим сыновьям троим. Надо было где-то душу найти, вот меня это к вышивке привело. Ну, а здесь я благодаря Татьяне. Она меня везде за собой. Тань, спасибо тебе большое. Пожалуйста, приходите. Здрасте, меня зовут Татьяна. Приветствую всех ютуберов. И мы все звезды Ютуба теперь. В общем, я тоже вышиваю. Очень рада, что мы собираемся. Я, конечно, не первый раз. Уже тут такой закоренелый. В общем, я... Организатор, можно сказать, даже. Не вышивун иногда. Да? Не вышивун, да-да-да. Ну, я всех рада видеть. Всех целую, обнимаю, люблю. Я Инесс, автор этого канала. Но много о себе рассказывать не буду. Вы все можете посмотреть в моих трансляциях и видео. Сегодня будем рассказывать о наших девочках. Девчонки, чаек решили попить. Просто мне... Это наш Урал. Девочки, мы с вами в славном городе Оренбурге, на берегу реки. Сколько лет в этом году нашему городу? 275. Здрасте, у города юбилей. Газпром готовится, а вы не видите. А мы вышиваем и не в курсе. Татьяна Зникина нам сделала схемку. Баннеры. Баннеры видели, да, по городу висят уже. Вот, ну, как бы домики мы уже не стали там сверху, а вот название города и... Слушай, ну что-то я на Терешкову ничего не видела, нет, честно. Я ниточки положила и кусочки кановые. Тут 4 с равномеркой, там Биланов, который вот у меня там, но через одну нить шить, я считала. И Аида 18. Ну, конечно, с серединки начинаете, потому что я так примерно кусочки вырезала. Оль, девчонкам новеньким подари, ты нам уже подарки дарила. А ты что? Спросила ты рукой, ты старенькая. Я сразу предупреждаю, что нитки не ДМС. Ну
А канва цвайгер. Еще. А тебе что, какой? Еще, еще. Ручку тянем. Равномерку. А другу? Ты тоже новенькая? Я старенькая, но я... Дайте-то... Другу! Другу! Какую? Равномерку или эту? Мне любую. Это 18-я Аида. Ну, смотрите, она крупная. Я хочу попробовать. Баннер, ну покажи баннер на фоне Кремля. Нитки не дымлю. Вот у нас Кремль. Кафе называется Кремль, а площадь называется, улица называется Красная площадь. Ну, посмотрите, как ляжет. Потому что они же тонкие. Они уже Оренбург 275. Ну, это старый запас старых. Не, нормально. Я вот считал через одно вот такое отрезок. Потому что иначе очень большой получится. Такой крест здоровый. А нет, посмотри, вот у меня там это welcome лежит. Тань, потом а что там? Да, что там, в комплекте? Вот там я равномерка и смазка. Ну вот это равномерка. Это равномерка? Да. Это равномерка. Хотите вы сейчас начинать? Хотите домой забирать? Крупный. Ага, это моя. Да, Оксан, а вам не досталось, что в сторону передавала? Вон они, я смотрю за ними. Так, и еще с завтрашнего дня в магазине у меня, в общем, я... 50%. Нет, не 50, но 20% на все товары, которые под заказ. Так что выбирайте, смотрите. Я забыла, не услышала. С 1 августа по 30... Ой, по 31 же у нас 31 день. Скидки 20% на все товары под заказ. Все, что на сайте выложено, можно выбирать товары этих же производителей. Ну, если нет на сайте, вы пишите артикул просто, какой вы хотите. Заказ буду отправлять не чаще одного раза в неделю. Это равномерка Оля принесла, да? Ну, здесь как-то все, и равномерки, а здесь смотрю, это Аида. А, это? Нет. Я пока только на Линде 27-й могу вышивать. Остальное для меня мелко очень. А тяжело, да. Медь чуть-чуть берешь и прям в глазки подустал. Я не принесла работу на Мурана, я 32-й. Мучаю эту работу. Маленькая, но я ее мучаю уже целый месяц. Мелко. Угу. Ой, красивый вот этот какой оттенок. Блестит. Вот этот вот этот? Такой розовый. Это нежный. Что? Нежный. Это Аида, да? 20-й каунт. Такой нежный цвет, обалденный. Мне вот это очень, конечно, нравится. Я на нее столько смотрю уже. Ну, мало того, мелко, еще и горошки в глазах ребят, наверное. А может, наоборот, будет считать, помогать. Легче по горошкам считать? Я так думаю, не знаю. Тяжелее? Что, рябить будет? Мне, я вот на одну, вот на это Мура, это кто? Аида. У меня, знаете, были в чем проблемы? Прокалывать вот эти вот дырочки, вот эти, они как резина, но не на этом. А, не прокалывались. Плохо прокалываются, и они меня сбивали. Я начинаю считать, меня сбивают. Не знаю, вот у меня... Ну, на Ютубе много девчонок вышивают, а я не решусь. Я попробовала на льне. На Муране мне было несложно, там... Были эти клет, дырочки вот как бы видны, но вот пробитые, здесь тоже да? Пробиты, а вот какой-то у меня этот, другая какая-то ткань, я так не смогла на ней. Угу. Ну красиво. Я на льне попробовала вот сейчас, вообще я лен обожаю теперь. Это вообще, он такой плотный, и он натянулся так хорошо, ну, легко. У меня маленький, поэтому... Ну, у меня тоже, это, наверное, 4-я вышивка, но мне очень понравился. Лен, хочу... он сам по себе красиво смотрится. Хочу вот равномерку еще попробовать. Прям вот с мятой какой-то. Да. У меня тоже с травками из Кисловодска, если что, вот в этом... Да, девчонки, иголочки, травки. Сейчас меня тут YouTube послушает, скажет, что-то странная компания.22 рекорд. Следующий с краской наступающим вроде бы как Оля завтра день рождения, да. Уже можно поздравлять. Так что с днем рождения. Юные вышивальщицы, представьтесь. Как вас зовут? Софья Костякова. Олеся Галеева. Вышиваете? Да. Я еще и бисером. Я нет. Ты нет? Я вышиваю и нитками, и бисером. Молодцы. Какая работа вам больше всего понравилась? Оцените. Я больше всего это. Так, девчонки будут оценивать.
Мне больше всего это нравится. Вот это? Да, это. Ну еще мне нравится, конечно, мамина работа. Ну, мамина само собой. Ну, вот. Да. И вот. Ага. Это тоже мамина. Угу. Здорово. Чья вот эта работа, павлины? Моя. Девочки... девочки сказали, что это лучшая работа. Спасибо. Спасибо всем. Это мои маячки. Так, и еще девчонки отметили вот эту работу. Чья работа? Вот эти фонари. Фонари. Спасибо большое. Как там называется? Новеньким казино. Да. Софья сказала, ей твои работы больше всего нравятся. Вам тоже приз. Мои работы? За лучшую работу, да. Я сказала, выбирайте спасибо. Лучше, она сказала мамина. Это как это называется? Патриот, можно сказать, да? Да. И свое жена не вышла, завтра поедет отдыхать. Да, если бы на то море. А то еще меньше речка там. Там речки нет нигде купаться. А здесь не видно, что это море. Где здесь волны? Ну там же бассейн у них. Вода такого же голубого цвета. Надо правильно загадывать желание. Где ты видишь здесь волны, где это море? Значит, это только речка пока. Это максимум Нугуш наш. Вот поэтому ты его вышиваете. Откуда? Отсюда, снизу или сверху? И крестики как? Я вот вышиваю, начинаю, ну, как бы, вот с этого угла, да? И начинаю сначала вот так крестики кладу, а потом обратно. Правильно это или нет? А тут уже у каждого какой наклон, свое? Да. Я вот как привыкла, у меня наклон вот в эту сторону идет. Ну, верхний крест. То есть верхний вот крест так, туда, да? Да? Начинаю я обычно, вот как мне схема идет, вот здесь я сверху вышивала. Было проще, хотя здесь я не скажу, что просто. Вроде цветов мало, но смешано. Я привыкла, что вот так. Не знаю даже. Нет, это как рука взяла сразу. Я хотела переделать, не получается, как будто я левша. Бесполезно, я тоже пробовала. Нет, это уже просто как рука берет. Так, крестик. Я вышиваю всегда с правого нижнего угла. Вот. А я, если начинаю снизу, то с этого угла начинаю. Вот сейчас у меня феерия в работе, я пошла с этой стороны. А, мне вот, а если идет, без идет, разметки, идет, то из центра я начинаю в разные да, стороны. Да, если вот на равномерке, как, особенно да. набор, я из центра начинаю всегда тоже. А потом уже как вот, куда сюжет ведет. Если я хочу там какой-то цветочек увидеть. Вот вышли сначала. Вот, например, вот сейчас вот эти вот панельки, то, что у Марии искусница, я вышиваю кофейную феерию. Я вышиваю, она у меня поместилась как раз вот так на станок. Я вышиваю столбиком, получается. Вот там сюжет, там, например, кофейный мешочек, и от него вверх пошла. Потом следующая турка там, или жезва, кто как ее называет. Я тоже так вот вверх. И она получается вот таким образом. Но она всего 25 сантиметров вот высотой. А так вот длину она 60. Девчонки вышивку с собой принесли. На природе повышивать. Молодцы. Девчонки, вы уже начали схемку новую? Да. Которую да. Оле подарили? На иголкой покажу. Да. Да. Смотри. А через раз у нее считает? Да. Вот эту работу девочки оценили. Это у нас сегодня будет лидер, первое место. Так это не моя. Китайский набор. Это не мое. А мы нашли хозяйку, уже приз вручили. Я уже вышиваю. Так, а ты без схемы, смотрю, вышиваешь? Нет, а, вот схемой. У тебя на коленках схема. Оль, канва как будто влажная, да? А вообще я там... Я, конечно, а заметили? Воды, наверное, да. Возле я воды. Мокрый вроде, я гладила давно. Да-да. Краса. Ну хорошо, сегодня не жарко. Сегодня красота. А так все, и довольно большое количество. Мне очень много осталось. Девчонки навышивали сколько всего. И все работы разные. Девочки, а вы заметили, что ни одна работа не повторяется? Все разные вышивают сюжеты. А вот эта вот русалка чья? Вот, вот эту икону я вышивала. А ты да, брала тогда у тебя обещала, по-моему, да? Да. Это да. Еще зимой. Это еще не дошито. Вот так она была. Да. Так быстро пролетело время. Мне очень хотелось с девочками пообщаться, поэтому я все подряд не снимала. Не заметили, как пролетели 2 часа. Собираемся домой.
пока, девчонки. До свидания все. До свидания. До следующей встречи.